прекрасно мультфильм «Почтальон Печкин», «Дядя Федор», да, «Матроскин». Так вот, почтальон Печкин написал письмо дяде Федору. Но случилось так, что из этого письма Галчонок Поконёс вытащил некоторые буквы. Посмотрите, пожалуйста, у вас есть на столе листочки задание первое. Вы прямо в этом листочке, пожалуйста, ребята, вставьте буквы, которые вытащил Галчонок. И, пожалуйста, ребята, выделите корень в этих словах. Хорошо? Итак, ребята, обратите внимание, там в этом задании нужно найти 5 слов, а в третьей строчке усложняют работу, там многоточие. А карандашом или ручкой? Можно ручкой. Вот многоточие. Здесь многоточие. Тут где нужно поставить. Так, закончили, да? Корень выделили. Слова еще, ребята. Не забудьте. Данил, корень выделил, там, где буквы поставили. Неверный вариант был, да? Итак, получается, ребята, у нас с вами
возник вопрос. Какой? Почему? Почему пишется там А? Почему пишется А? Где? В словах «позарастали» и «выращены». Выращены. Почему там пишется А, да? Так. Почему слова «позарастали» пишется А, если «ой», ну, может быть, «рост». Рост, да. То есть однокоренные слова в корне пишется либо О, либо А. Значит, ребята, что мы должны с вами сегодня на уроке сделать? Давайте мы сейчас запишем в тетради число. Сегодня 19 февраля. Классная работа. 19 февраля. Классная работа. А тема какая у нас будет сегодня? Кто сформулирует тему урока? Подумайте. Так. Сережа. Значение правописания букв О и А. Так. Правописание О и А. Безударное О и А в корне. А какие корни у нас? Рост и рост. Рост, раст и раш. Записываем тему. Сверяем, ребята, тему, записали мы правильно с вами, да? Итак, теперь посмотрите, пожалуйста, задание. Итак, посмотрите, пожалуйста, у нас записаны те слова, которые встретились вот здесь. И добавлено еще несколько слов. Ваша задача сейчас разделить листочек быстренько на три строчки, на два столбика. Три строчки на два столбика. Только однокоренные слова, да, выписали. Давайте проверять. Итак, еще не закончил, Данил? Thank you.
Какие же слова мы с вами выписали? В тот столбик, где у нас О буква написана. Какие слова выписали как однокоренные из тех, которые предложены? Пожалуйста, Данила. В О выросли роскошь, водоросли. Так, Данил считает, что выросли роскошь и водоросли однокоренные. Так. Что? Что? Нет. Что? Данил играет. Перепутал. Так, Иван. Роскошь не подходит. Роскошь не подходит. Выросли и водоросли однокоренные слова будут. Так, во втором столбике какие слова выписали? Степан. Позарастали и выращены. Позарастали и выращены. А у тебя еще есть, Арина, что-то? Выращены и вращены. Выращены и вращения? Нет. Там вращение. Так. Итак, проверяем, ребята. Верно ли мы выписали? В первом столбике у нас выросли водоросли, во втором возрастали и выращенные должны были быть слова. Теперь посмотрите, пожалуйста, корни мы с вами выделили в этих слов. Давайте подумаем, от чего же зависит написание? О или А в корне? Пожалуйста, ваш вариант. Когда мы пишем О, а когда мы пишем А? Данил, как? В корне рос мы пишем букву О. Если корень раз или раз, пишем букву О. Так. То есть от чего зависит написание? От корней. Так. То есть от букв, которые в корне. Так, еще есть варианты, идеи какие-то? От чего еще может зависеть написание? От однокоренных слов. От однокоренных слов. Но они ведь все выяснили, что они однокоренные, да? Так. Но у нас одна версия. От букв, которые окружают. Да. Все согласны? Арина, согласна? Так. Таня? Да. Тоже думает так. А где же нам проверить себя, что вот такая у нас версия? Зависит от букв, которые окружают этот корень. С другими словами. А какими словами ты собираешься? Где корни? Но смотри, мы же выяснили, что корни это однокоренные и выросли, и выращены однокоренные слова. Но здесь-то у нас, смотри, корень рос, а здесь корень ращ. Надо, чтобы ударение в корне было. Ударение. Ударением проверить, да? Да? Еще одна версия появляется. Не только от букв, которые окружают эти гласные, да, но и от ударения. А где проверить мы себя можем? Ребят, где нам посмотреть правильный ответ? В словаре. В теории. В учебнике. А еще где можем проверить? Листочек, да. А еще где можем себя проверить? В интернете. В интернете мы можем посмотреть. А если мы будем с вами искать в интернете, ребята, мы как должны вести поиск? Не знаю, на месте пропущено. Так. Ну как вы будете проверять? В каких корнях пишется А, а в каких О? Так, вы зададите ой, да? Сформулируете. Так, хорошо, молодцы. Можно задать поиск? Орфографический словарь, да, можно просить зайти на сайт грамота.ру, да. Так, еще и самой справляется, отлично. Ну, теперь мы откроем, ребята, учебник, теорию у нас есть, да, 57-й страницы, посмотрим. Страница 57. Прочитайте, пожалуйста, сами теорию на странице 57 после нота Бене от рамочки. Посмотрите, пожалуйста. В рамочке начинает нота Бене, в рамочке. В корне раз, 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 раз.